при входе не горит. Ага. При входе не горит. При входе не я горит. Я подавала через диспетчерскую заявку. Ага. Заявка не выполнена, да? В конце сентября подавала, вчера подавала. Весь наш подъезд, кто заселился, тоже подавали заявку. Вот, не работает. Да, здесь да. не работает. Угу. Здесь вообще отсутствует часть потолка. Посмотрите. А. Ага. Там видим даже... Одна плиточка отсутствует. Может быть, ее задвинули тогда, когда какие-то работы там делали. Может быть, задвинули ее. Может быть, она уже вышла из строя. Ну, устанавливать нужно в любом случае. Так, дальше пойдем. И здесь идешь по коридору. Вот здесь так же нет ага. света. Темно, конечно. Темно. А, вот, Николай Григорьевич. Да? Как вот, раз заодно и... Смотрите. Где, где шланг для пожаротушения? Нету рукава, да. Нету рукавов, нету. Ага. Вот здесь должен быть пожарный рукав с наконечником. Здесь должно быть устройство для соединения. Сюда на резьбу накручивается муфта. С тремя выступами или с четырьмя, там есть разные варианты. А потом одним движением замыкается это все, открывается вентиль, и человек может уже приступить к пожаротушению. То есть тут система пожарной безопасности здесь... разукомплектована. Зато окурок есть, мусор есть. Все зафиксировали.